называется акустический рок, я ее для простоты называю просто окурок. Вот окурок, да. Кто-то сказал, что провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая. Поэтому я надеюсь, что это были искренние аплодисменты. Раз. Главное, поудобнее усесться. Песня называется «Баллада о друге». Начнем с лиричной композиции. Уголек, вот, и в жизни каждого наступает момент, когда нужно понять, что прошлого больше нет, есть ты и есть сейчас. Вот, нет смысла спорить о прошлом, надо думать о будущем, верить,
В общем, не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. О, кстати, а где же губная гармошка, скажете вы? Действительно, да, где же она? Отлично. Поехали. Чувствуешь, как я свободен, как душа поет. Ты чувствуешь, как она рвется вперед. Вперед! Ты чувствуешь, как одиноко, будто в тисках, как зверь. Мне хочется свободы. Фальшивые роли. И лишь могу добавить то, что это песня про... Что я могу хочу сказать? Я считаю, что если кто-то лижет тебе подошвы, то, мне кажется, надо его просто прижать ногой, прежде чем он начнет кусаться. Именно про чистоту, так скажем. И чтобы не примеряли свои роли на себе. Суть идеи созданной мной. Я последний в мире герой, который будет рыть яму в день, который смог открыть.
Данная программа не репетировала совершенно, потому что внезапно в какой-то момент то у меня должен был быть соло-гитарист, еще один человечек должен быть. И в конечном итоге как бы все разбежались, кто обещал помочь. И вот мне помог как раз Валерий Клюваев, вот это барабанщик, но как бы потом концерт акустический. Мы пытались найти бонки, никто нам ничего не дал, все зажабили, нажали вот так. Пришлось найти где-то драм-машину и как-то так это подстроить под акустический концерт. Вот что я хочу сказать. Кто там все ля-ля? Сыграй припев, пожалуйста, просто легонечко, мы тебе уже забираем. Вот этот пример. Давай вместе поем. Я не знаю, что это за песня. Хорошо, как хорошо. Или хочешь? Или как хочешь. Давай, Кость, попробуем. Коньяка? Мы здесь все вместе. Так, следующая песня, это из моего сольного творчества. Песня такая про муз и так далее. Вот, как говорится, музами пренебрегает лишь тот, кем пренебрегли сами музы, да, вот. Поэтому, как говорит латинское изречение, когда муза покидает поэта, к нему возвращается жена. Вот, вот такая песня. «Глоток ручья», да. Песня про муз и все такое, да. Начинаем песенку «Глоток ручья», да. Thank you.
кстати, хочу напомнить, последние деньки осени, да. Осень, время подвести итоги и проанализировать вообще, да, сбывшееся, а после этого смыть все проливным дождем. Неудачи и вдохнуть свежий воздух зимы, будущего. Вот. И сделать мир безоблачным. В общем, следующая песня называется «Приходит осень», хотя, скоро зима. Старое творчество наше. Мы начинаем эту песню. «Приходит осень». Она тоже вошла в сборник какой-то там, рок-прорыв, что ли, называется. Осень на дворе, холод на душе, хочется тепла, хочется к тебе, а душа молчит. Сердце болит. Приходит осень, расставание. Падают листья и уходят желания. Однажды 9-летний сын Эйнштейна спросил отца,
Папа, почему, собственно, ты так знаменит? На что Эйнштейн рассмеялся, задумался, а потом объяснил. Видишь ли, когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный путь им изогнут. Мне же посчастливилось заметить это. В общем, песня про какой-то путь. Ох! Начинаем. Осталось только выбрать песню. Какую же исполнить песню? О май гад, о май гад. Говорили 50 минут, обманули меня, что ли, получается? У нас там еще там только разогрелись, только сейчас процесс сам пойдет. Что за безобразие вообще? Верните деньги! Ладно. Так, ладно. Гость, давай, бабушка. Давай без остановки, 50 минут. Ладно, товарищи. Что за безобразие? Подождите, сейчас дайте на время посмотрю. И правда, 53 минуты, ребята. Итак, следующая песня из моего сольного творчества. Песня там на онлайн-радио даже какое-то первое место заняла, что-то по методам голосования. Ну и вот так. Ладно, песня называется «Стих в лунный вечер». Thank you.
Может быть, одну минуту, одну песню еще. Одну песню, а, дайте нам. Еще одну. Последняя песня называется «Золотая осень». Это презентация, она была случайно придумана перед концертом. Перед концертом прям просто. Она была просто придумана перед концертом. Парк моих надежд, где никто не знает.
спасибо. Как говорится, 50% творчества осталось за кордоном. Сразу хочу извиниться за всякие эти неполадки, трещания, журчания и так далее. Но это лишний раз, товарищи, доказывает то, что это живой концерт, а не фанера. Это живой концерт, и это эмоции, и все остальное. А сейчас мы пойдем пить пиво. Выгоняют. Ничего страшного, сейчас разберемся.